Дубовицкая послала на три буквы зрительницу аншлага. Регина Дубовицкая является бессменной ведущей передачи «Аншлаг». Более 25 лет. Она рассказала о том, как однажды прокололась, перепутав Владимира Винокура со зрительницей. Регина Дубовицкая призналась, что не раз становилась объектом для розыгрышей аншлагов ЦЕИК. Однажды по телефону незнакомец назвался помощником министра культуры и предложил должность заместителя министра. Мол, личное пожелание президента. А оказалось, это Винокур так пошутил, рассказала телеведущая. В другой раз, уже наученная опытом, звезда аншлага, решила своевременно отреагировать, но получилось только хуже. Снимаешь трубку, слышишь голос непонятный, который какую-то хрень несет. Затем соображаешь, наверное, Винокур. Он так голос меняет. Не узнать. Один раз прокололась. Решила, на линии Владимир Натанович, а оказалась действительно какая-то зрительница. А я взяла и послала на три буквы. Пришлось потом еще извиняться. Цитирует Дубовица Кую Старкит. Нередко аншлаг подвергается критике. Телеведущая раньше называла это ничем не аргументированной руганью. И обижалась. Тем не менее она убеждена. Если зрители смотрят, а рейтинги растут, значит все нормально. Сейчас ей все равно. Телеведущая сказала, повторяю артистам слова Чарли Чаплина, а сына подают на хорошие фрукты. Ролик прилагается с длительностью 54 минут, в описании. Регина Дубовицкая много лет собирает записки из зала, поступающие во время передачи. Артисты предлагают ей издать их как книгу. Юморист Сергей Дроботенко даже название придумал. Телеведущая призналась, что когда-нибудь решится на это, а пока бережно собирает записки и хранит в шкафу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Прогнувшегося перед Путиным Зеленского предупредили о последствиях. Тропикана женщина, Джанабаева в шубе на голое тело вызвала фурор. Видео. Страдающая за воротник высказалась о смерти Фриски. Виторган откровенно высказался о свадьбе Собчак с Богомоловым. Видео. Очень романтичное настроение. Навка порадовала нежным видео. И многое другое.